М7 «Волга», «Вятка», А-151. Три федеральные дороги пролегают через территорию Чувашии. Их общая протяженность 325 километров. В нормативном состоянии более 85% дорожного полотна. Сейчас наибольшая нагрузка на трассу возле Чебоксарного, Чебоксарской и поселков Кугеси и Лапсары. Ситуацию могли бы исправить мосты и путепроводы. Хотелось бы там, чтобы появились искусственные сооружения, потому что это, конечно же, бы позволило серьезно разгрузить эту трассу. Ну, а раз разгрузить, это, конечно же, повлиять определенным образом и на экологическую обстановку в этой зоне. 2 года как бы сейчас оперативно управляем будем быть федеральными трассами, которые проходят по Чувашию. Это в основном вот это М7, конечно, наша задача так говорить, его развить и довести до норматив, если говорить. Очень большая работа проведена, но, в принципе, программа 2024 года утверждена, и мы видим здесь очень большую перспективу. В этом году запланировано строительство и ремонт более 65 километров. Дорожная отрасль даже сейчас функционирует. Продолжается строительство моста через реку Суру и реконструкция участка дороги М7 «Волга».